Че, греем мотор, да пошли, да? Хороший? Маловатый. Фирменная? Сиреневым? Нет. Просто? Простая? Растет. О, тоже пиздючок. И тоже фирменная, только с сиреневым. Тоже маленький. Фирменная. С вишней, которая. Ой, блядь. У меня на тирольке все фирменные стоят. С разными этими. Дичок. Тихо, 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 сейчас отпустим. Ну, не иди вон там прыгай. Крупный? Да, ну такой хуй. Ух, ё. Ветер восточный. Ну, сегодня передавали восточный. Угу. Правда, сильного не будет. До 6 я смотрел. Ну, где 6, там и 8. Тормозить будет лодку. Вот, бля. О! Уже вроде как. А, бля. Мелковатый. Ну, все две сработали эти. Фирменная сопля молчит.
Ну, сопля. Сопля по-крупному будет. Не молчать. Ух ты. За рыбкой охотятся. Подниматься будем? Разлетались чайки. Добычу чуют. Прям над нами летают. Да ветер еще восточный лодку тормозит. Смотри, вот ветер начинает сильнее дуть. Раз, поплавок назад пошел. Говорят, когда восточный ветер дует, крупный не клюет. Вообще никакой не клюет. Когда восточный дует? Конечно, не дует. Ему-то там какая разница под водой? Восточный или западный? Ну, что-то, ребят, давление другое может быть. Сейчас низкое сегодня давление, да? Да я что-то на давление не глянул. 732, 730. Ну это низкое. Низкое, ну. Весь день. Ну без скачков главное, чтобы было. Ну там будет разница. После обеда что-то. 731. Я как понял, главное, чтобы не прыгало давление. Вот для хищника вообще самое хорошее давление — это 750. Вся белая рыба болеет, а он ее хавает в этот момент. На северах-то вообще на блесну его. Ну, как линка такие. Ну что, харис, что линок, они одной крови. Линок хариса жрет. Но. Мелкого, а харис того жрет. Да и линка тоже жрет мелкого. Ну а что? То, что в рот влазит, все жрут. Твои сородичи, кстати, возле берега там. Где у меня тиролька? Да? Ну, ох ты, аккурат, пограничник. Тихо. Ровно 23. Без хвоста. Тройку деревянную купить, блять. Ну хотя по тирольке удобней. Тут же я оглушил его на.
блин. Вот Лёвка, что ли? Нет. Короче, пока фирменные рулят. Тоже неплохое. Опять фирменная. Аж на две. Смотри. И в хвост, и в гриву она. А это 25. Маленько больше. Кидай на эту сторону. Она сразу. Крутишь ее, блядь, она брызги летят черные, блядь. Я помню, аж на лодке были. Ну, сейчас нормально, блядь. Серенькое, светлое. Цепанул. Дай подсадь. Давай. Да елки-палки. Что-то он зацепился. Ну-ка, улыбнись-ка. Ну. Надо было подсадчиком его. Не надо подсадчиком, не надо расставаться. Малыш.
Конопля вообще не работает сильно. Опля. А здесь нифига не малыш. А, я запутался просто. Мелкий, наверное, тоже. Ну-ка. Да. 24 с хвостом. Но о, бля! Поклевка что ли была? О! Нормальный такой. На коника. Пограничник ровно, блядь. Тихо, тихо, тихо. И у меня тоже. Ох, крутит. Еле-еле как, смотри. Что-то расклевался. Здесь мелкий. За нижнюю губу. Пасачек может? Что-то, блин, совсем ветер.
усилился. А у меня наоборот туда тянет. Не успел закинуть. Вот верхняя работа. Ебать его раз, давление мне. За усик. Фирменная, ну? Не, это. Это, жена пьяная домой приходит. Муж такой: где была, блин? На рыбалке. А где рыба, говорит? Что, клёво не было? Клёво, говорит, было. Рыбы не было. Фотки-то нормальные получились, да? Смотрел? Ну, я зря этот фильтр одевал. Я почитал, это под водой, оказывается, фильтр этот одевать надо. Для подводных съемок фильтр. А я его напялил, дуру. Отцепилась у тебя. Что-то прицепилось. Ну, хорошо взял. Поймал, что ли? Ох ты, блин, аж двое. Да елки-палки. Тихо, 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 тихо. Не дергайся. Всю соплю со себя стрясешь. А этот-то заглотил как глубоко. Как тебе аккуратно-то? Не все весь взъерошенный. Перекатов от ветра. Ну от ветра, я знаю. Я говорю, смотришь, везде можно плавать, перетаить.
Непонятно наоборот, где перекаты, где нет. Тихо-тихо, сейчас отцепим тебя. Нет, не фирменная. Это, помнишь, с этим, с Рюликсом-то, с этим, с сиреневым. Ты мотал такие? Да. Когда фирменные.